Очень празднично и нарядно в городе Салдус. Симпатично украсили. Елочка красивая. Как интересненько. Много огонечков. Снега, конечно, нету, чтобы было еще красивее. Но все равно необычно. Очень много огонечков везде. Все в огнях, все горит. Все домики, все освещено. Выставку тут сделали несколько даже. С картинами всякими разными. Можно посмотреть искусство. Если кому-то нравится. Почему бы нет? Вот картинки всякие, воробушки, зяблики, опять-таки. Симпатично. Даже очень народ фотографируется возле елочки. Всем хочется в санях посидеть и прокатиться на саночках. О, сколько всего красоты всякой. Разный. Симпатично и весело. И раз, два, три, елочка гори. О, какая красавица. Красавица елка.